Почти 500 случаев паротита зарегистрировано с начала этого года в Дагестане. Такие цифры озвучили в Роспотребнадзоре. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эпидемиологи обеспокоены ростом болезни. Как отмечают в ведомстве, больше всего болеют свинкой в Махачкале, а также в Кайкенском, Кизельюртовском, Бабаюртовском, Тарумовском и в Буйнакском районах. Специалисты связывают это с повсеместными отказами от вакцинации. Для эпидемического паротита характерны такие серьезные осложнения, как, значит, панкреатит, как менингит, менингоэнцефалит. У мужчин это заболевание может вызвать, значит, бесплодие. Проявляется такими симптомами, как, значит, повышение температуры, боли в животе, значит, может быть многократная рвота, значит, припухлость около ушных желез. Медицинские работники на сегодняшний день проводят дополнительную вакцинацию против паротита. В первую очередь прививают детей от года до 17 лет. Также намечается иммунизация школьников в 9, 10 и 11 классов. Единственная эффективная мера, значит, профилактики – это иммунизация. Иммунизация против эпидемического паротита – это обязательная прививка в рамках национального календаря профилактических прививок.